Привет, друзья! Меня зовут Богдан, и вы на канале «Будни Дэй». В Москве стоит 4 октября, время 18 часов 20 минут. И как вы видите, как бы светлого мало. Дело в том, что наступила настоящая московская осень. Хмурая, мокрая, слякотная. Побыла у нас золотая осень недельку, листиками пошуршали и дальше пошли. Но тема этого ролика совсем не погода. У меня есть борода, и ходят такие слухи и такое мнение, что борода добавляет не только мужественности или чего-то еще, а еще и возраста. Ну и вообще в целом меняет человека кардинально. Я ношу ее с 2018 года, я начал ее отращивать по определенным причинам. Мне просто хотелось изменить форму лица, то есть сделать его более вытянутым. Но спустя 5 лет я решился на то, чтобы ее просто взбрить и все. Чтобы кожа подышала, чтобы просто какую-то себе взбучку сделать. Она отрастет, не зубы. Но дело в том, что сейчас иду в барбершоп, в свой любимый барбершоп, Black Bone, черная кость. Ссылка в описании. У меня сердце так колотится, как будто я не знаю, иду там к стоматологу вырывать зуб мудрости. Ну вот серьезно. Блин, мне самому интересно, что будет, и вы узнаете об этом в конце ролика. Кстати, друзья, в тот раз, когда я записывал видео «Сбежал из Москвы», я записывал на этой же самой улице, просто сейчас, 7 часов вечера, среды. И эта улица превратилась в одну сплошную пробку, как может быть видно или не видно. И она как бы не едет, она так толкается, дергается. Сердце у меня дергается еще сильнее, чем машины в пробке. Я не знаю почему, но у меня ощущение того, что просто какой-то Армагеддон сейчас настанет. Да, я знаю, не все поймут правильно мои переживания, что, мол, ну что тебе там, та борода отрастет, не зубы. Блин, но это настолько как-то вот к сердцу прирастает эта борода, не только к бороде. Поэтому, блин, конечно, все будет хорошо, все классно. Но вот это само ощущение лишения чего-то классного и прикольного во имя абсолютно, ну, как бы незначащих для твоей жизни вещей, то есть кардинально все никак не поменяется, но борода при этом любимая у тебя пропадет. Это вызывает определенного рода смуту на душе. Что это? Тина? Тинечка? Приглашаю в наше кафе, которое называется «Буррито Тонаретто». Да, самое вкусное свежее мясо, лучшие овощи, а это, сами знаете, клетчатка, это витамины, то, что нужно для полезного питания. Поэтому все у нас свежее, крутое, очень классное, дорогие друзья. Заказывайте, не пожалеете. Вот посмотрите, какое сочное мясо готовится, да. Но если вдруг вы вегетарианец, без проблем, мы готовы сделать вам и сэндвич полностью вегетарианский, то есть только с овощами. Посмотрите, как много наполнения. А именно, конечно же, лучок,
конечно же, помидоры. Это все есть огурчики, соус, конечно же, перчик. То есть все самое лучшее и самое потрясающее. Поэтому, друзья, смело подходите к нам. Конечно же, пробуйте, это здорово. Наши мастера сделают вам очень вкусные, удивительные лепешки. Вам понравится. Помните, это действительно круто. А еще посмотрите, насколько чистая кухня. Это редкость. Потому что приходишь, там кухня грязная, заляпанная. Смотрите, чистота идеальная, дорогие друзья. Вот это открытие крутое. Вот это вот наши мастера. И делают они все сразу в прямом эфире при вас. Это максимально вкусно. Tell me you're the maddest odd woman that I ever seen. I guess if you stay still, I have to pack my things and go. Oh woman, don't tweet. Tell me you're the maddest odd woman that I ever seen. I guess if you stay still, I have to pack my things and go. That's right. Oh. Listen, baby, don't you treat me this way, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause I understood you ain't got no money, I'm just no good. I guess if you say so, I have to buy my things and go. That's what it is. Ну вот, друзья, я не знаю вообще, как на это смотреть и вообще реагировать. Я приеду домой, насмотрюсь в зеркало, потому что, ну серьезно, к этому ко всему надо привыкнуть. Напишите в комменты или поставьте лайки, напишите, что вы думаете, помолодел или посвежел, или изменился в лучшую сторону. Как было лучше, как не лучше. В общем, все, обратную связь, кто от вас подвинул в комментариях. Как-то так, я не знаю, можно было бы просто вокруг света облететь, побрив бороду, и никто бы потом не нашел, потому что то, что сейчас, и то, что у меня было, блин, час назад, это такая офигенная разница. Вот, собственно, поэтому я и носил бороду, из-за того, что я хотел скорректировать лицо так, как надо, так, как мне хочется. А ощущение внутри такое, как будто, блин, я не знаю, почку вырезали. Сердце болит, башка болит. Вот настолько сильно я любил и буду любить свою прошлую, нынешнюю бороду. Которой, вернее, нет, но которая будет. Короче, ребята, все пишем внизу. Ставим лайки за этот сногсшибательно странный поступок.
Ну и пишите комментарии вообще, как оно. Вы меня знаете тогда и сейчас. Даже кто не знает, тот видел. Мне будет приятно почитать. Пишите комментарии, ставьте лайки. И до встречи в следующем очень важном и очень скоро выпущенном видео. Пока-пока. Блин. Это жесть какая-то. Это какая-то жесть. Просто я не верю. Я не верю, что... Фух. Я не верю, что сегодня произошло это.